Всем привет. В предыдущей части я не смог пройти игру, но мне подписчики подсказали, как нужно прыгать правильно. Сейчас у меня в данный момент рендерится вторая часть прохождения, поэтому будут, скорее всего, тормоза. Я решил записывать сразу, потому что там рендер написано было 6 часов должен идти. Смотрите, он заходил даже туда, к себе. Сейчас попробуем пройти по-быстрому. Так, пока мешается. Ну все, зашли, уже хорошо. Типа такого надо. Дальше не знаю куда. А, так сосед-то еще может, оказывается, и поймать. Смотрите, я должен успеть в эту дверь, интересно, или нет? Так, ну здесь понятно. Ждем соседа. Сосед. А, чуть не упал. Интересно. Ух ты. Так а как ее проходят-то? Упал, видели? Так, и что это значит? Соседа больше не будет в игре. Так, а что у меня? Сосед-то упал ведь? Вы все видели? Все, смотрите, прошел игру, и вы видели, как сосед упал. Нормально, то есть надо было за собой заманить его. Вот такой финал. А, так как я прошел игру, сейчас можно будет снимать ролики, к примеру, для, то есть на более быстрое прохождение игры или всякие приколы искать в игре. Тут, я думаю, их очень много будет. Всем спасибо за просмотр, всем пока, подписывайтесь.